Прежнего председателя Жабинковского райисполкома члены района «Вертикали» провожали на новое место работы. За более чем 9 лет стажа в этой должности Николай Токарь успел решить много вопросов, касающихся промышленности, сельского хозяйства и социальной сферы. О нем отзываются как о строгом, но справедливом руководителе, который грамотно строил рабочие отношения со своими подчиненными. Новая должность, заместитель председателя Брестского облсполкома, курирующий агропромышленный комплекс, предполагает новый спектр работы, еще более ответственный и сложный. Задача, которую поставил глава государства перед чиновниками, продолжать развивать сельское хозяйство. А это предполагает огромную ответственность. Да, трудно будет, легко не будет, однозначно. И глава государства об этом вчера и сказал, давая согласие на наше назначение, на ту или иную должность, которую вчера согласовывали, что задача стоит огромная. Особенно, опять же, обратить внимание на сельское хозяйство. Потому что это тот локомотив, который тащит всю экономику государства. Естественно, здесь основа заложена. С сегодняшнего дня Жабинковский райисполком возглавил Федор Каланчук. Грамотный и ответственный работник, который прошел все ступени работы чиновника. Он реально оценивает ситуацию в районе. Федор Каланчук понимает, что работать есть над чем. Трудности существуют и в промышленности, и в сельском хозяйстве, и в экономике. Федор Федорович понимает возложенную на него ответственность и принимает ее. В первую очередь необходимо решать те задачи, которые были поставленные главой государства вчера. Это в первую очередь развитие малых городов, а сюда входит все. Это и социальная сфера, это и дороги, инфраструктура, это больницы, это школы. Вот. Это в первую очередь и агрогородки, которые созданы, и поддержка тех деревень, благоустройства, которые не входят в состав агрогородков. Федора Каланчука ждет большой объем работы, ведь чем ответственнее должность, тем более требовательное отношение к самому руководителю. Председателю Жабинковского райисполкома объяснять это не приходится. Он настроен руководить так, чтобы жители района им гордились.